здесь. Буду с этой стороны. В общем, так, давай мины мне. Поставим их сюда, пока он там отъедается. Нужно грамотно расположить мины. Так, сначала здесь поставим. Только близко надо не подходить. Осторожно. Теперь поставлю ловушки. А, у меня, кстати, идея. Может поставить мину прямо в ловушку. Она будет эффективнее. И еще одну ловушку здесь. Прямо, чтобы он сюда зацепился и упал. Хорошо. Располагаемся. Я пока что здесь буду. Так, я здесь. Я здесь спрячусь. Здесь только мурашей. Итак, нам нужно его как-то позвать, что-то кинуть туда. Ну, давайте кинем туда просто какую-нибудь фигню. Мешочек. В эту ловушку с и одновременно с минами и с колями. В три ловушки, в общем. Стреляй. Этот подкрадывается. Короче, они его загасили. Смотрите-ка, муравьи даже не обращают на нас внимания. Видимо, они нейтральные, в отличие от остальных зверьков. Давайте посмотрим, что ей так, какой опыт получили. Сейчас опять идет дождь. Опыт. Так. Короче, у всех у орка было 500 экспы. Короче, все пишу. Все получают по... Ну, по 2000. Ну, по идее, тут 2000 опыта, но... Сколько они все атаковали. Тут даже больше 2000, но получается все по 1000, значит, у орка 1500, у остальных 1000.
Еще они подбирают, собирают клыки, чешую, шкурку. И этого отбирают. Давай я проверю. Я спец в этом деле. Давай. Подбирает, значит, паладин. Один меч, доспехи, кольцо света. Что еще у него там? Вино одно. Двести монет. Факел. Что у них еще там может быть? Ну и все, короче. Так, на что потратим опыт? Так, засуха, удобрение, доход, удача, блок, отскочить, удар. Что нам пригодится в лесу? Строительство есть. Приручение есть. Ну, короче, добавить улучшить атаку. Короче, улучшается атака. Приручение. И атака. Короче, сила, ну, атака. Я пока что точно это не проработал, но, в общем, чтобы лучше владеть оружием. Так. Стрельба. +1, +1. Все, потратили. Ну и орк тоже там. Потратил на улучшение атаки. Так. Зачеркиваем experience. Хотя орк еще потратил на приручение. Ладно. Куда теперь отправляемся? Нам нужно уходить отсюда быстрее, пока не вернулись паладины. Хорошо. А мне что, с вами что ли идти? Ну как хочешь. Но я как-то не хочу куда-то уходить, хрен знает куда. Давай я это продам все, что здесь мы собрали в городе. Ну давай, мы тебя подождем, мы пока уйдем отсюда. Хорошо. Причем берет тележку, уходит в город продавать набранное. А эти уходят. Эм...
ходит в лес. Жут его здесь. Так, этот тем временем продал добра на сколько тут кольцо света. Доспехи на 1000. Точнее, они повреждены на 500. Меч на 200, тут все повреждено, короче, 700. Кольцо света, 500. Вино выпил с продавцом. На 1500 продал всего. Золото 1500. Как думаете, он вернется? Он столько нас забрал. Не знаю. Орк такой. Для меня это дело чести. Очень голодный. Спать хочется. Давайте я вас покормлю растениями. Да не, растения не очень. Ну, надо поохотиться, пожарить мясо. Хорошо. А что там находится-то? Не знаю. Дай-ка я проверю, тихо. Раз так заглядываю. Вау! Там это, непобедимый. Кто? Там этот, каменный голем, который ничего не берет. Ни стрелы, ни меч. Да, жестко. Лучше не будем-то ходить. Там еще какой-то люк вниз. Надо как-то его обезвредить. Давайте попробуем либо ловушки. Его можно взорвать. Камень же разрывается. Потому что если мы будем охотиться, он услышит. Да, давайте попробуем. Тем временем этот приходит. Тихо, тихо. Осторожно. Подожди здесь. Хорошо. Готовься. Сейчас оттуда выбежит страшный монстр. Ты лучше убегай. Короче, ставят ловушки. Не, это слишком палево. Короче, ставят вот здесь и мины. Мин у нас последняя. Не хватает. Нужно где-то мины закупать. Ты можешь купить побольше мин? Хорошо. Уходим. Короче, возвращается с еще минами. Там еще ставят мин. Так, ну все, давайте начинаем. Как будем действовать? Стрелы его не берут, ничего его не берет, только надежда на ловушку. Я поставлю еще на всякий случай вот здесь. Прячьтесь. Ладно.
Улу-мулу, улу-мулу. Улу-мулу. Подбегает. Все время теряю. Его ничем не добить. Ладно, хоть обездвижен. Короче, он раскололся там наполовину. Он, если подойти к нему, он может ударить, но если обойти, то ничего. Ходит. Короче, давайте поохотимся. Ну, давай. Да, теперь разожгем костерчик. Поедим. Нам нужно какое-нибудь место, где обосноваться. Долго здесь не продержимся, здесь поспим. Воды нету. Можно поесть сочных растений. Сейчас поищу. Вот, короче. Ищет, не находит, не могу найти, жажда мучает. Можно пить из болота, из лужи, ну, короче, пьют из лужи все. Так, собрали с этих клыков там этих панцирей на 200 монет. Где у них там? Что это? А, вот. Подожди, у них было 1500, сейчас он купил эти мины за... Мины дорогие, 500. Еще это, значит, 1200 сейчас монет. А почему ты решил уйти с нами? Да потому что, короче, со мной тоже несправедливо поступили паладины. Они вообще со всеми простыми людьми несправедливо поступают. Совсем оборзели. Назревает какая-то буча. Лучше из города город покинуть. Хорошо. Давайте срубим дерево. У нас есть стройматериалы. Ладно, пойдем дальше. Так. А, они же еще опыт из-за этого получили. Или не получили, я еще не помню. Где тут опыт? За голема они... Ну, 1000 получают. Еще экспы. Так. Вот они наткнулись на две фермы.
Можно у вас поработать, приютиться, мы сами фермеры. Мы бежим от короля, от этих, от паладинов, которые совсем оборзели. Да, мы наслышались о ваших подвигах. Вы молодцы. Даже один паладин на вашу сторону перешел. А что это за орк с вами? Да это наш друг, он нормальный чел. Он по ошибке в Мордоре родился. Хотел родиться в цивилизованном обществе, а родился там, где все курят, пьют с подросткового возраста, орут, матерятся, дерутся, избивают без понятий. Поясняют за пидора, там все такое, не одобряем. Ну, короче, вообще жесть творится. Ну, натерпелся ужасно. Надоело ему. Хочется с нормальными людьми, а не со всякими элитарными мудаками из города. Кстати, в городе там Ежесармат прачечный занимается. И Озон видео снимает. Но на самом деле он там убежал, ну ладно. Да любой бы убежал на его месте. Так, давайте поработаем у вас. Да, у нас тут работа непочатый край. Чем можете помочь? Ну, короче, работают в поле. Высаживают репу. А вот еще мини, кстати. Котел с едой. Строит водокачку. Репу высаживают, сахарную репу. Только сейчас орк попытается найти еще каких-нибудь растений. Да, получается. Орк находит растения разные, там собирает. Дерево срубили, древесину. Можно у вас построить рядом, там где-нибудь, ферму свою? А то нам жить негде. Можно. Здесь далековато от города. Паладины обычно далеко так не ходят, тем более после недавних событий. Вы слышали, что орки собираются напасть, еще муравьи гигантские активизировались. Да, но они нейтральны к людям. Да, это странно. Короче, сейчас они будут обустраивать свою ферму. У нас, кстати, есть всякая провизия. Так, где? Просто белый лист возьмем, и там они будут строиться. Вот.
Да чё она не фокусирует, ё-моё.